Всем привет! Салют! The Station снова опять, Виктор Тайлер и Серые рыцари. Жиганем. Серые рыцари, продолжение книжки Дэвида Аннандейла. Хранитель, ну не хранитель, надзиратель за клинком. Тюремщик клинка. Все-таки Уорден как тюремщик. Угу. И там, кстати, эта тема все время педалируется тоже, что типа, ну он его не хранит, он за ним приглядывает. Надзирает над ним. Да. Но тем не менее, у нас сегодня третья часть, довольно большая, еще три главы. Ну, все, теперь экшон начался, то есть вся вот эта вот экспозиция начальная. Кстати говоря, Аннандейл порадовал, он уложился очень быстро. То есть по факту вот у него получается пролог 4, ну, 5 глав. Он уложился в вот эту экспозицию, и все, уже начинается как бы... Ну все, типа серые активные. Уже вылетели на задание, знают, куда лететь, на планете уже начался пиздец. То есть пора серые уже махаться. Исследуют корабль. Угу. Серые исследуют корабль, который в другой системе, а на планете, на Сандаве-2, там да, там уже начался слоняшитский бунт. Ну, там, кстати говоря, ну, как сказать... Не стали долго, там культы, тудым-сюдым, там сразу все вот прям как из вулкана, извержение вулкана началось. Ну, мы сейчас об этом поговорим, потому что извержение вулкана, это, конечно, замечательно, но мы на корабле серых рыцарей, которые пришли на мостик капитанский, а там хрен знает что, ничего нету, горы трупов, распятые безголовые люди. И... На корабле-паломник. На корабле, бывшем вот этом корабле, на котором маска это была. И, в общем, на капитанском мостике со всех сторон ломанулись на них демоны. Демоны Сланиша в огромных количествах. И все в экстазе, когтями, хлыстами набросились прямо со всех сторон на вот этих вот очистителей, пурифайеров как раз, под руководством Кастеллана Галан. Причем, самый прикол, он не сражается демоническим мечом. Он его таскает с собой всюду, но нет. Типа, демоническим мечом сражаться нельзя. Он сражается обычным Немезида Блейдом. Немезида Блейдом. И, в принципе, как бы, ну, меч, конечно, не очень доволен этому. Бля, давай, ёбнивной, ну что же ты, как? Сейчас, говорит, мы всех демонов убьем, если ты меня только возьмешь, в общем-то, в руки. А там уже демоны со всех сторон набросились. Давай их царапать когтями, значит, пытаться пробить их броню, куда-то вонзиться, щупальцами обвить. Ну, там просто даже Аннандейл, он уже не заморачивается. То есть это просто огромная масса, как бы, да, она на них набрасывается. Но это серые рыцари, поэтому демон трогает. Сразу же там ему неприятно. Щупальца там начинают истлевать, истаивать, когда сбивают эту святую броню. Ну и плюс серые рыцари же тоже они не стоят и не смотрят, как демоны сейчас отпенетрируют. Они, конечно, свое психосиловое оружие могуче используют по полной, рубят там это все дело немезидами. Фигачит от инсинераторов, испепелителей этих огнеметов, и волна боли и удивления отбрасывает этих демонов обратно от как раз пурифайеров, потому что они показывают им, что нет. Мы нас специально сделали, чтобы вот такое вот дерьмо не могло нас победить. Они типа такой, как контр-аргумент. Обычных людей, конечно, хуже. Сражаются с демонами, а серые рыцари, как бы, они прям по центру мостика, бу-бу-бу-бум, клином таким идут и всех этих демонов расхреначивают во все стороны, особо даже не напрягаясь. Поднимаются, значит, выше, где командный трон, кафедра, и там сзади дверца. Их туда как раз ведет Кастеллан Галан, он туда, типа, дальше. Я чую, а он ощущает, что все началось-то там, в уголке. Ну и, в общем, фишка серых рыцарей, это, во-первых, как бы, ликвидировать источник. Ну, по факту, они прибыли, понятно, что все, тут уже Demonic Invasion, надо, как бы, демонов убиваем сколько можем, сколько видим, но ликвидируем источник. Ну, и потому дальше, что если, как бы, источник не закрыт, да, то ты их убиваешь, они будут делают силой подпитываться и продолжать, как бы, сражаться, и они, значит, в этот вот проходик через мостик идут в сторону кормы, ну, там, видимо, покои капитана, судя по всему. Ну, Кролл там тоже во все стороны махает своим мечом, их там хлещут эти щупальца, когти, а клинок смеется. И, собственно, этот вот Антуир, клинок, да, он попытается, как бы, в мысли серых рыцарей проникнуть и говорят, что: «О, давай, ну что же ты, бери меня, защити своих братьев, почему ты такой слабак, на своим мечиком, не-не-не, а он со мной как бы двумя руками бы взял и всех бы, да, всех бы зарубил бы давно уже, вот, что давай, лучше будешь со мной служить, как,
руках-то. Ну, а Кроу, он как бы идет подле Костеляна, помогает ему, что Костелян, я твоя правая рука, и с правой стороны его защищает, вот, всячески его рубит, а Костелян прорывается вперед на острие атаки, демоны визжат, вот, ну и, собственно, Кроу как сподвижник Голована, он, конечно, старается тоже защитить как-то. И они продвигаются по палубе, и Кроу чувствует, что у него ноги начинают погружаться в эту палубу. То есть сначала топает. Ну, как а потом шлеп-шлеп-шлеп. Да, а потом как бы шлеп-шлеп-шлеп, а потом оказывается, что он уже по щиколотку в каком-то дерьме. Вот, он чувствует, что он проваливается в палубу, смотрит вниз, а там открывается гигантский рот. И его нямкает, в общем. Он понимает, что он как бы демонический рот. Улыбается, открывается с когтями, и он падает в пасть этому гигантскому монстру. Ну все, тут началась как бы полная Дэвид Аннандейловщина, конечно же. Вот он падает в огромный рот. Языка там нет. Там из гортани и пищевода торчат костяные клинки, ну зубы. И они пытаются, значит, как-то сокращаясь, Кроу прожевать. Но он все-таки в броне, и костяные клинки, они хуево прожевывают броню. Плюс они демонические, а он все-таки покрыт оберегами. И он чувствует, что эти кости как бы царапают его стальную броню, вгрызаются в него. Но они не могут, к сожалению, прокусить, прожевать его. Они начинают крошиться, ломаться. Вот, и он, значит... как бы пытается этот пищевод его переживать, собственно говоря, но он как бы такой, да какого хрена-то? Я что-то сервирую царя в броне, меня так просто демон никакой не сожрет. Он двумя руками меч свой, значит, отмагничивает, вот, и давай, значит, горло изнутри резать. В общем-то, тут же, прорезая как бы стенку пищевода, он чувствует булькающие звуки, льется какой-то и хор с перемешку как бы с какими-то комками, видимо, костным мозгом, я уж не знаю, вот, и этот горло, которое его проглотило, начинает захлебываться, а он, знай себе, рубит эту рану, причиняя боль этому демоническому рту. Он как Боба Фетт. Да, как Боба Фетт, а потом, значит, начинает по этим зубам карабкаться наверх, собственно говоря, пинать их, конечно же, ну, вот эти кости ломаются, пытаются его еще как-то поцарапать, но он как бы мечом втыкая как бы в горло, подтягивается по этим костям, значит, выбирается, а этот, ну, типа, это не даже, ну, не то, что, типа, демон, это просто демонический рот. И он начинает, как бы, булькать, хрипеть, вот, начинает из стенок сочиться, как бы, и хор, опять же, и хора там много. Все-таки демоны сланиш, они всем этим тоже, как говорится, обмазываться любят. И теперь другая фишка, утопить. Его в ихоре в этом, собственно говоря. А он, значит, лезет туда себе спокойненько, вот, выдергивает этот меч, опять втыкая, а демонически вот эта глотка его не может никак остановить, она как бы сокращается, пытается его как-то проглотить, ну, то есть, фишка в чем? Он стал поперек горла. Вот. Он не может его как бы сглотнуть им. Большой хлебный мякиш. Водички надо попить, собственно говоря. Ну и плюс еще присутствие серого рыцаря, оно разрушает эту плоть вдобавок, да. И демон такой, подавился он им. На самом деле он просто им подавился и начинает как бы помирать. Ну, потому что не очень приятно. А Кроу вылезает, в общем-то, рубя все это мечом, монстр хрипит. В Оксе начинает у него пробиваться сигнал, что он все-таки вроде как с братюнями, он смотрит наверх, видит там открытую пасть в пару метрах над ним. Собственно, видно, что она там тоже пытается кого-то там кусить, видимо. Ну и, собственно, пилит, пинает, режет, вылезает наверх. Из этой пасти такой, стреляя вокруг из Стормболтера. Демоны, которые вокруг этой пасти стали, охренели от такого, что тут вроде как демонический наш рот, а оттуда бля, такой вылезает, значит, весь в ихоре серый рыцарь, и давай его всех, значит, херачить, а он там мечом машет и срубает бошки, растекает туловище. Ну и, значит, эта пасть, она закрывается и опять палуба появляется, то есть он победил демоническую штуку. Вот, и он понимает, что отстал от братюни, братюни все убежали сильно вперед. Ну и, в принципе, он давай их догоняет, такой, Костелян, я тут! Тот такой, молодец, так служить, солдат, я рад, говорит этому. Вот, ну и там они, конечно, идут, фигачат этих демонов, продолжают там молиться, что я там, ну, стандартная молитва Серых рыцарей, что я молот императора, стрие его меча, буря и прочее, прочее. И, в общем, пробуравливают фланг этих демонов,
по коридорчику. Ну и, в принципе, знаешь, как... Когда демоны спереди, демоны сзади, это классическая тема, можем атаковать вам во всех направлениях. Да, и бессмысленно эти песни, крики, вопли, в общем-то, они говорят, что что мы с демонами не справимся. Что они довольно ненапряжно этих демонов как бы потрошат. Но там объясняется почему. Потому что, как опять же Костелян говорит, объясняет, что источник был здесь когда-то. Здесь уже типа остаточные силы этих демонов. То есть коррапт случился, но самого как бы источника здесь нет. Если бы тут был источник, тут бы все пошло совсем не так. А здесь демоны уже слабенькие. Они же всех убили. Подпитываться им не от кого. В принципе, это логично. Но вот, и они, значит, прорубаются через эти порядки. Вот. Демонов как бы становится меньше, концентрация уменьшается. Ну, все поют свои гимны замечательные. Клинок, конечно, привлекает демонов. Наличие клинка привлекает демонов. Но, в общем, учитывая, что Костелян глух и нем к его молитвам, в руку его не берет, демонам даже его слабостью никак не подпитаться, само собой. Вот. Ну и, в принципе, да, там чуваки с огнеметами вполне себе сжигают всех этих мерзостей. И... прорубаются дальше. Маленькую капитанскую каюту. Ну и как бы вот главный говорит, я же говорил, что источника заражения-то тут и нет. Что это демоническое нападение, дело рук вот остаточных явлений, а истинный вот глаз, который демонов призвал, он исчез. Как мы помним, когда кардинал спер масочку, он совершил убийство, там тени начали, да, тени начали появляться, и вот это по сути и был изначальный коррапт этого корабля. Ну и значит, опа, все, демоны, собственно, ослабели и все померли, кончились. Прорубаются они, значит, после этого всего через эти остатки в каюту, небольшую, ну, как бы довольно тоже крупное помещение, не такое, конечно, как капитанский мостик, ну, грубо, там разбитые какие-то, значит, мебели всякие, камень, мрамор, что-то все там поколотое, и, значит, сидит такое горлумоподобное, ну, гигантское существо, это вот как раз бывшая капитан, уже переродившийся, из нее уже вырос, типа, демон, ну, там сидит, такая костяные отростки какие-то четырехметровые у нее из туловища, как бы голова там рогатая, и оно там сидит такое с открытой челюстью и слюной капает. Кавалан такой, господи, помилуй, застрелил, как бы, сходу, как бы, в бошку, как бы, и тварь, как бы, такая, упала, то есть у нее даже не было уже сил сражаться, начинает скулить, там, стонать, пытаться, там, песни какие-то напевать, но это ничего не помогает, потому что никого нету, вот, ну, и Кроу говорит, да, вы видели, да, что это же сразу понятно, что это последователи Темного Принца, ну, Сланиш, видели, что... Короче, из капитана пытался грейт, ну, как бы, демон-принц вырасти, грейтер, да, но не до конца. Не хватило ему как раз, скажем так, жертв команды, да. То есть, тут вопрос, кстати говоря, опять же, о чем? Что если бы, например, прилетели обычные люди туда, и они бы, типа, там, поумирали, демоны бы получили вот этот вот заряд эмоций, энергии, и он бы, наверное, завершил этап перерождения. А поскольку прилетели серые рыцари и дали бой, то, как бы, вот, собственно, перерождение не получилось. То есть, великий грейтер-демон Сланиша должен был через этого капитана появиться, а получился вот такой вот урод. Ну и, в общем-то, Гавалан... недоношенный. Да, прикончил его. Ну и, значит, они такие, так, что тут у нас такое? И начинают осматривать, в общем-то, эту каюту. Находят журнал капитана и там прям читают, что вот так и так недавно пропала у нас реликвия. Куда делась, непонятно. Обнаружили пустой сундук. Ну, заметки капитана. Он такой, странно как бы. Окей, реликвия пропала, но тем не менее. А потом такие, находят бортовой журнал с описанием, где были, когда и что делали. И как бы выясняется, что последний порт перед полетом вот в эту систему, в Дерн, был как раз Сандава 2. Ну и Кроу такой с Галаном переглядываются, потому что, помнишь, когда он приходил? Да, он приходил, когда вот первый раз разговаривать, они там вот в этих записях, как раз Кроу когда ночью-то просидел, он как раз видел, типа, постоянно повторяющиеся Дерн, Сандава. Сандава, Дерн, то есть упоминание об этих системах. И ясно, понятно, что меч их, судя по всему, как раз заманивает. Заманивает туда, но тем не менее они смогли выяснить, что да,
корабль был, был какой-то артефакт, артефакт исчез, и, видимо, что, понятное дело, куда нужно лететь. Теперь цель тоже определена. А нас как раз сразу на Сандаву возвращают, потому что там тоже случился Demonic Invasion. Пара-тройка культистов, которые начали с себя срывать кожу, плоть и все остальное, перевоплотились в итоге в демонов и поперла из этого храма толпа. Типа, знаешь, свежеповышенных культистов. Да, там, короче, ну, на самом деле, они все стали, как сказать, вратами для демонических сущностей. Понятно, да. Большая их часть. И я тут даже удивился, если честно, в кои-то веки. Типа, СПО, они ведут себя разумно. Они не стали там, героический Last Stand, сдерживаем уродов. Нет, они такие, генерал, ебать. Да, как бы, что делать? Он говорит, так что делать? Бежать. Подмышку губернатора, как бы, сразу его как бы в танчик и... На всех парах 5 танковых колонн разъезжаются в разные стороны оттуда. То есть они такие, окей, типа, нам это дерьмо не надо. И давя как бы траками людей, демонические сущности, они просто на всех парах мчат от эпицентра. То есть больше, типа, все сразу понятно. Это очень плохо. У них нет возможности сражаться с толпами, там, 10-тысячными в ближнем бою. И их в разы меньше. Никто не собирается там помирать. И вот этот вот генерал Вендерн, она как раз понимает, что типа, нет. Причем, ну, у них, с другой стороны, все предусмотрено. То есть, они не то, что у них там, знаешь, ну, мы говорим, СПОшники, ковыряем носу. Нет, у них, типа, все четенько. У них есть четко продуманные пути отступления из любой точки города. А там город, он, типа, ну, как, стоит на реке, на гигантском. Там довольно широкая река. То есть, вот на западном берегу, условно говоря, вот этот храм, квартал Экклезиархи и... Ватиканчик. Да, вот, ну не Ватиканчик больше, на самом деле, так полгорода, как бы, оно больше к церкви принадлежит. А на восточном берегу, там дворец губернатора, там светская власть находится. То есть, ты знаешь, как, ну, типа Будапешт, у них, типа, этот самый Будда, это вот на скале замок там, это был барон какого-то или там короля, а вот в Пеште там храм, базилика святого Иштвана. И, типа, обычные жилые кварталы, бани там и все такое. То есть, примерно как-то так. То есть, на скале-то оно безопаснее в замке жить. И здесь примерно так же. Широкая довольно река, Будапешт, там Дунай, тоже широкий, с мостами. Здесь то же самое. Мосты и, как бы, светский квартал вот этот. С основной, как бы, штукой, это дворец губернатора, понятное дело. И они, как бы, отступают на тот берег. Причем мосты были заминированы заранее. Они, в принципе, всегда заминированы. Не знаю, по каким причинам, но она как бы говорит, ребята, отступаем и мосты взрываем с собой нахер. Больше нам этого не надо. Ну, и она как бы мчит героически в башне Химеры. Колонна танковая, демонические отродья прыгают со всех сторон. Она там из табера стреляет, да-да-да-да-да, во все стороны тоже. И прям, ну, конечно, она охреневает, что это мерзостные там твари какие-то лезут, щупальцами тянутся. И они, значит, эту реку пытаются, собственно говоря, пересечь. Причем ей приходит донесение, что вот мы типа приехали, а мост уже взорван. Ну, такая, ну, ребята, сорян, целей. Типа, ваша колонна пропала. То есть, ну, там 1/5 ее войск, она, как бы, да, попала, собственно, в засаду. Причем река довольно, ну, широкая. То есть, она где-то 2 километра шириной. То есть, это как бы река. Это не... Ну, то есть, мост там такая штука, как бы, тоже нормальная. И она вот, ну, река течет, получается, с севера на юг. Ну, а сколько Нева-то в ширину, наверное, 300 метров? Да. Силы. Ну, Дунай-то побольше, я вот просто был бы, наверное, там побольше переходить, да, надо по мосту. Ну, здесь как бы река действительно широкая. Там, я не знаю, там мост, наверное, как Золотые ворота в Сан-Франциско, длинный. И, значит, она как бы понимает, что пока вся колонна проедет по этому мосту, и потом мы нажмем кнопку, они уже, твари, это добегутся, ну, доберутся, да, там скачут вот эти демоны, там стиды, демонетки изо всех сторон, короче, лезут. И она понимает, что все как бы из собора идет, но, в общем, она гави, там, дави их, блядь, там, прямо, и они, значит, танковыми этими колоннами, а у них там некоторое количество, как бы, лимонрусов и химеры, в основном они, ну, СПО у них мотопехота. Ну, понятно. То есть нет такого, что там куча лимонрасов, но самое главное, вот этот вот дворец губернатора защищается артиллерией. И она как бы говорит, пока вот они начинают пересекать, как бы уже все практически колонны доложились, кто успел, как бы они пересекают мосты. И ей как бы доложились, что все, норм, а она дает приказ артиллерии, работаем по, как бы вот насколько максимум дальности хватает, хуящи по этому берегу. Никого, говорит, не жалейте, все. Она сразу понимает, что типа, о, нет, бедные люди.
там нет людей. Демоны всех сожрали. Если кого-то демоны не сожрали, они, скорее всего, стали культистами. Ну, типа, поддались вот этому вот влиянию. Угу. То есть она уже сразу типа такая. То есть у них вообще нету, как сказать, сомнений даже в том, что если началась порча, кого-то там спасать. Беженцы, несчастные миряне. Нет, просто хуящите артиллерии, куда подальше. Император, император своих потом узнает. Типа да, что уже все там, это не, ну, нет возможности. Кого-то пропустишь, от него начнется тоже распространение демонических этих дел и все такое. И она как бы понимает, что как бы крики, вопли, которые там за этими сопровождают, значит, движение их колонн, это, конечно, куча людей останется там. Но, типа, не как бы монстры, видно, что там реальный собор, там навыбегала уже целая толпа этих демонюк. Вот. Главное, что император защищает, поэтому через мост, в общем-то, и когда ее колонна уже практически прошла, она видит, как начинает на мост демонические орды набегать, она дает приказ, нажимаете кнопку, вот, что взрывает они мост рушится, все мосты как бы взрывают, и, значит, демонов как бы отделяет теперь река, собственно говоря. Ну и плюс она как бы отдает приказ, что типа снарядов не жалеем, артподготовка полным ходом. То есть они с одного берега херачат вот типа туда, и понимает, что чудищ-то слишком много, потому что они там стекаются во всем этом, собственно говоря, районе. Но, по сути, она как бы потрошит вот эти все жилые кварталы, которые прилегали как бы к побережью. Она понимает, что да, жалко людей, конечно. Их будут оплакивать потом, само собой. Но, тем не менее, она, по сути, понимает, что с другой стороны, их спасла. Угу. Она спасла их души. И, ну, как бы, если уж тебя убивают снаряды, твоя душа как бы встанет рядом с императором незапятнанной. Потому что если демоны начинают твою душу рвать, то хорошего, в общем-то, мало. И она, в общем, понимает, что десятки тысяч мирных жителей там уже все, как бы, будут уничтожены. А собор, где все началось, это эпицентр ереси. До него, к сожалению, не дострелить. То есть, ну, они окрестность этого собора фигачат снарядами, но прямо до собора, видимо, не дотягивает, чтобы, наверное, его разбомбили. Ну. И, собственно, она понимает, слава богу, что губернатор спасен, слава богу, что мы как бы на этом берегу, ну и надежда на то, что артиллерия поможет сдержать натиск этих демонов. Хотя демонов там прилично, оказывается, открыли знатное там, видимо, дупло в варп, ничего тут не поделать. Кроу, они, значит, с Костеляном, с Гаваланом все там борт-журнал проверили, все, корабль отбуксировали подальше от планеты, расхуячили его торпедами. Ну вот, как бы, плазменный, взорвался реактор, полностью плазменный шар там этот корабль испепелил. То есть, понятное дело, что все, понятное дело, что там был инвейжн, мы как бы его очистили, демонов изгнали, теперь можно и корабль расхреначить. Ничего тут не стали забирать, конечно же. Ну и, собственно, да, теперь понятно, куда надо отправляться. С Галаном они пообщались. Тот его спрашивает, ну что ты, говорит, слышал, говорит, клинок-то как болтает-то, пока сражаемся. Он такой, да, слышал, а клинок, когда продолжает, что типа, ну что же ты, слабачок-то, да, не стал меня брать, ну подумай, а если бы взял, чего бы ты достиг, мальчик мой, твоя судьба же уже предначертана, ты же знаешь все равно, что рано или поздно я буду твоим, буду тебе служить, зачем ты сопротивляешься, бери сейчас меня, давай уже. Ну и выясняется, что на самом деле клинок, он всем говорит разное. То есть он одновременно проецирует, ну, как бы, всем, кто способен его услышать, разное. То есть он, ну, понятно, что да, он с каждым по отдельности, да, разговаривает. С каждым по отдельности разговаривает про всякое. Ну, и как раз они обсуждают, там, Кроу с Гаваланом обсуждает, что такое, а что он тебе говорит-то? Типа, обещает всякое. Он говорит, ну, блин, мне-то он за эти года такого наобещал. Ничего, сука, не выполнил, конечно. Ну, говорит, что в любом случае он как бы не даст возможность нам найти ответы на вопросы, он будет все время мешать, поэтому, говорит, не обращай внимания на его пиздеж. Но да, они понимают, что слишком уж все гладенько складывается, как-то, что прям их ведут вот по этой линии туда, в ловушку, но с другой стороны, мы же серые рыцари, что нам говорят эти ловушки, да, это фатализм такой, вот Костелян, он уже как бы поживший такой, он знает, что типа он все равно идет по пути к своей смерти, плюс он еще изможден, душа его уже пуста. Ну, типа, Space Marine, в принципе, на пенсию не выходит. Да, и он знает, что рано или поздно, да, мы отправимся, в общем-то, и говорит, что Кроу, смотри,
в любой момент ему может быть оказана честь стать моим помощником. Ну, вернее, преемником. Помощником, да, преемником. Ну и миссия очень важна. Да, прогностика рассказали четко. Мы как бы выяснили, откуда, ну, что да, какой-то артефакт пропал. И ну, там уже понятно, что маска, они уже поняли там, по описаниям этих всех вот документов разобрались. И что да, это и являлось вот корапшеном. Ну и судя по всему, что на Сандаве она осталась, там сейчас будет еще хуже. Потому что тут-то как бы вот пасть у тебя проглатывают целиком. А там может быть все намного-намного хуже. Ну и они полным ходом отправляются как бы по воле императора, естественно. Да, что император этого пожелал отправить их туда, дальше, к Сандаве, в систему Сандава. Три дня продолжается бомбардировка одного берега на другой. Ну, в принципе, они сдерживали демонов более-менее успешно. Вот. И люди, ну, как бы солдаты, спошники, они думали, что ну вот, сейчас мы там вот всех перестреляем, а потом как контратакуем и победим. Вот. Но, собственно, после трех дней интенсивность бомбардировок. Типа, мы их убиваем, да, их снизилось. И вот генерал вот Вердон, она полетела на Валькирии типа, позырить, что творится-то там. Не понравилось. Вокруг собора выросли какие-то гигантские щупальца, аж земля там колышется, и обстрелы, как бы, ну, они ничего не делают, по факту. Потому что, ну, они нематериальные, судя по всему, и, собственно, вот эти вот щупальца и вокруг собора, там, постоянно эти фигуры еще больше и больше демонические появляются, и, в общем-то, демоны предпринимают попытку прорваться. Они, как бы, ломятся к реке. Конечно же, там типа понятно, что сейчас мы их прямой наводочкой похреначим на другой берег. Хреначат, да, плюс река, демоны как не особо водоплавающие. Они, значит, фигачат в эти вот толпы. Они там строго как бы геометрически приближаются. Какие-то у них вот есть определенные направления. Они по улицам там стекаются к набережной, туда фигачат артиллерия. Перемалывает их, значит, в какой-то студень этих демонов. И мертвые, ну, как бы их мертвая плоть демонически начинает стекать в реку. Заражая таким образом вот эту вот воду, вот эта вот демоническая пена, она начинает в огромном количестве попадать в реку. И река начинает как густеть. Становится похоже на какой-то студень. В общем-то, они смотрят, как река такая становится разноцветной, фиолетовый, розовый, начинает загустевать, вот, потом начинает пузыриться, булькать. Ну, по сути, получается какой-то холодец у них демонический вместо реки. Ну, вот. По холодцу можно бежать. Да, по холодцу можно бежать, но там все проще. Оно потом просто взрывается, как бы, и куски вот этой протоплазмы разлетаются во все стороны, как бы, и испаряются. Дно. Можно переходить по суху. Вода исчезла. Спасибо большое. По сути, река это вот просто... Демоны выпили реку. Выпили реку, да. Она просто была уничтожена. И демоны через вот это вот двухкилометровое русло начинают перебираться. И, в общем-то, люди понимают. Генерал понимает, что как бы они доберутся. Никакой обстрел такое количество демонов не остановит. И она как бы опять же, СПОшники ведут себя нормально. Она говорит, так, всем, типа, пакуем манатки, отступаем, меняем периметр. Типа, пока демоны реку преодолевают, артиллерия нас еще как-то прикрывает, мы отступаем на стены губернаторского дворца и будем обороны держать там. Потому что там у них, получается, дворец, это где-то трехкилометровая зона, крепостная, стены, все такое. И они, значит, заводят свои химерки и сваливают оттуда нахрен. То есть они не пытаются их остановить, не пытаются там сражаться. Они просто, в общем-то, сваливают, оставляя людей, в общем-то, сопротивляться. У нее там, кстати, очень логичное такое тоже объяснение, что если, как бы, люди, которые остались, типа, верные подданные императора, они возьмут там, не знаю, нож кухонный и побегут на этого демона, попытаются его убить. В принципе, не убьют, ну, какая разница? Типа, ты пытался, да, сражался за императора, умер с честью, твоя душа вознеслась и все такое прочее. А все, кто остались и, типа, не умерли, они считаются, типа, предателями и явно, как бы, скорабчены демонами, поэтому их не жалко.
То есть, в принципе, там все понятно, что люди как бы такие солдатики, вы куда? А они в жирных химерах и уезжают по улицам. Типа, прям еще и расстреливают из болтеров, как бы, на башнях надвигающихся тварей. Вот. И, в общем-то, демоны вылезают на этот берег уже через какое-то время. Понятное дело, что набрасываются на людей. Кто-то пытается убегать, понятно, ну, кто-то сражаться. Но, в общем, солдаты никак не защищают людей. Это, типа, ну, чуваки, извините, нет, нас не хватит, демонов слишком много. И, в общем, они проезжают, бросают эти жилые районы на произвол судьбы. Конечно, она испытывает муки совести. Да, и она даже вот как бы, ну, въезжая вот в эти вот ворота, да, она такая, как же так, ну почему нам никто не поможет, император, что же ты нас бросил-то, и да, она кричит из башни, а потом чудо, пролетает серебристая тень, в небе летит самолет, спускается вниз, и она думает, что странный какой-то самолет, потом понимает, что это Штормрейвен. Штормрейвен космодесанта. Ну, тот самый, в общем-то, стандартный, выкрашенный в серые цвета. Она не то чтобы много космодесантников в своей жизни видела, но поскольку она все-таки... На картинках видала. Да, на картинках она много видела, как оно выглядит. И, в общем-то, только серебристо-серых никогда не встречала. Но, значит, этот челнок раз разворачивается, значит, и туда, к направлению берега, пролетает. И она, значит, говорит, что все, типа, отступаем на стены, меня срочно как бы в командный пункт доставляете, я должна, типа, все посмотреть, потому что какие космические зонтики, откуда, не связывались ничего, а тут прилетели. И она, значит, они доезжают до дворца, и она, значит, из командного пункта наблюдает, что Тандерхок, ой, Тандерхок, Штормрейвен, он, значит, кружит над этим руслом реки, вдоль него туда-сюда летает, стреляя ракетками, и потом, значит, демонов какой-то точки уничтожает, приземляется туда, и оттуда высаживаются вот как раз два отделения по 5 человек серых фигур. Угу. Космодесантников. 11 воинов, то есть 2 по 5 и типа герой. Вот она все в магнокуляр бинокль видит. И видит, как демоны начинают охуевать, потому что очень неприятные эти твари. И эти вот здоровенные фигуры, как танки, прям прорубаются сквозь строй этих демонов. Демоны ничего делать не могут. Вот, они настолько вот своей чистотой уничтожают фактически всех демонов, которые вокруг них находятся. Ну, серые рыцари прилетели помогать. И она даже видит, что их командир с каким-то артефактом у него в ножнах, черный клинок на спине, и она чувствует, что ее притягивает этот клинок, ее взгляд, она пытается отвернуться, что-то нехорошее, это как бы меч, как бы он, как будто бы вот что-то в нем есть плохое, ну, она клинок смотрит, видит, как бы, и неприятно становится, вот, но понимает, что вот, в общем-то, император-то и помог, да, явил свое чудо, прислал сюда серых рыцарей, вот, и теперь... В какой-то веке император, да, красавчик. В общем-то, они демонов смогли отогнать. Рыцари посражались как надо. Ну, на самом деле, банально, демоны охуели от такого и убежали. В основном, потому что серые рыцари очень неприятные ребята. Ну, так вот. Пошли копить силы. Дальше. Тронный зал дворца лорда-губернатора. Понятное дело, сам губернатор Отто Глаз в военной форме уже теперь, потому что он принял на себя командование. Значит, сидит на троне. И он понимает, что эту планету-то он как бы защитить самостоятельно не может. Сил у него мало. Вот. Но Империум все равно должен выстоять. И вот чуваки пришли помогать. Чуваки в серой броне. В общем-то, да, которые твердо противостояли демоническим силам. Вот. И Кроу, который тоже среди вот этих вот серых рыцарей там находится, наблюдает за всем этим. Он понимает, что силы СПО, да, они могут сражаться с еретиками, которые явно, ну, культистами, которые, ну, тоже появятся, потому что очень многие, скорее всего, перешли как, ну, как бы под влиянием этого кардинала и отдали себя, как говорится, в служение. СПОшникам придется заниматься этим, а они придется заниматься уничтожением демонов, да, и он гордится этими людьми. Губернатор не сдался, он защищал свой народ, но, с другой стороны, толку никакого, потому что они тут серые рыцари, и он понимает, что, скорее всего, никто не выживет.
эти чуваки видели серых рыцарей, эти чуваки видели демонов, это их всех погубило. А он знает эту фишку, да? Кто, Кроу? Нет это Кроу, это Кроу. А, это Кроу. Да, это Кроу на все это смотрит. Вот. И он как бы понимает, что нет. Эти ребята, да, они герои. Как бы Империум признает их героизм, но скорее всего, это их убить. Да, их смерть будет неизбежной. Поэтому пусть лучше сражаются как следует. Когда они пролетали над городом, там даже некоторые братья и говорили, что типа, да вы посмотрите, что тут, в общем-то, защищать-то все, можно уже с орбиты бахнуть и все. Ну и на самом деле они и обсуждали, что типа да, бахнуть-то можно с орбиты, орбитальной бомбардировкой можно город сравнять с Землей, потому что это же один город на планете. Угу. Остальных еще демонов как бы не видели, тут пока все сдерживается. То есть теоретически, ну, есть шанс спасти планету. На что им как бы Костелян отвечает, что бахнуть можно в любой момент, но реликвия никуда не денется. Нам нужно найти и уничтожить ее, как источник вот этой вот заразы, да, потому что если мы будем просто так бахать, а ну как они сбегут, какие-нибудь культисты с этой масочкой, а мы же потом не узнаем. Ну вот, поэтому нет, ребята, сейчас мы поговорим с губернатором, вот, и они, ну, замедлили же продвижение демонов, а теперь, в общем-то, артиллерия опять фигачит по этому высохшему руслу реки, и какую-то передышку они получили, хотя все силы стянули внутрь дворца лорда-губернатора, и все понимают, что демоны снова придут. Большой зал приема. Здесь вот сидит на троне лорд-губернатор. В другом конце стоит этот Костелян, подальше от них, с мечом. Он как бы общается издалека, никому не подходит. Вот. И они, конечно, да, господин, мы будем держаться сколько надо, конечно. Сколько потребуется. Дворцовый район мы контролируем полностью. Вот он говорит, да что он, дворцовый район. Надо проникнуть в собор. Нам, говорят, надо проникнуть в собор. Мы не должны ждать, пока эти твари сейчас придут к нам. Должны нанести свой удар. Вот. И они даже обсуждают, что, как бы, что может там на том берегу-то остались обычные незапятнанные, ну, как бы, люди. Все рыцари говорят, нет. Там никого уже не могло остаться, они все пали. Да, если бы, говорит, ну, там вот классическая история, что если бы они остались нетронутыми демоническим проклятием, они бы сражались. Вот. Ну и, в общем-то, шансов-то никаких. Ну и да, губернаторы, генерал, его дочь, они как бы соглашаются, что так и есть. Но генерал же старый дед, он такой, губернатор старый дед, он такой к этому, к Костеляну обращается, что господин, а вот у вас меч за спиной, может... Чего он на меня смотрит? Да, это видно, что это древняя реликвия, вы, наверное, принесли ее, как бы, чтобы использовать ее против зла. На что ему этот Костелян говорит: никаких разговоров о мече! Ты ничего не видел, в общем-то, не смотри, не пользуйся и не думай об этом. Типа, не на что тут смотреть, расходитесь. Это не тот меч, который ты видишь. Да, типа, что нехрен. Тот такой, прошу прощения, я так просто, ну, подумал, что вот, если у вас гигантский меч, может, вы этим гигантским мечом возьмете и эту маску разрубите. Вот, он говорит, послушай, губернатор, дело вот в чем. Вам, простым людям, открылось существование демонического царства. И то, что вы еще с ума не сошли и друг другу глаза не выцарапали, говорит о том, что вера ваша крепка все-таки, да, что это ваша заслуга. Вот, но вы не до конца понимаете, с чем столкнулись. Вот, поэтому, говорит, лучше о таких вещах даже не рассуждайте. Тот такой, да как скажете, я, говорит, вообще так. Человек вот, простой. Да, губернатор, и сижу. Ну, значит, докладываю, значит, разведка с воздуха, что да, демоны от собора расходятся четко вот прямыми маршрутами, и вот их вот улицы, которые демоны занимают своими потоками тварей, они как бы образуют какой-то символ непонятный. Ну и понятное дело, что центр – это собор. Губернатор им рассказывает, что вот так и так, перед этим кардинал устроил там мессу, провел молебен, ну и, в общем... Пиздец. Да, это все из-за него. В маске какой-то там дурацкой ходил, докладывали последнее, что видели. Ну, сердце говорит, да, это их лидер, в общем-то, он стал другим, он изменился, и теперь, в общем-то, он руководит этим всем безобразием. Поэтому, говорит, сейчас мы поступим очень просто, ребята. Вы садите все свои танчики и на полном ходу едете к реке. Отвлекаете на себя демонов. Угу. Они подумают, что вы вышли на честный бой, нападут на вас, вы, говорит, сражайтесь. А мы
на самолетике, прямиком высадимся у собора и попробуем, значит, все там быстренько зачистить. Вот. Стратегия остается неизменной, как бы вы копьем отвлекаете, будете дразнить как бы кабана, а мы как ножом в сердце им, ха-ха! Ну, как вам понятнее будет. Вот. И говоришь, что мы планету, я вам клянусь, не отдадим. Он ничего не говорит, что типа, чуваки, вас всех под нож пустят. Планета должна быть спасена. Ну, фишка в том, чтобы не дать заразе разрастись и всю планету скараптить. Он говорит, что мы клянемся, да, что демоны встретят сопротивление, и вот за реку как бы мы их не пустим. Но, говорит, в общем, собирайте манатки и туда. Да, СПОшники собираются. Генерал Вердон, она как бы объявляет им, значит, что вот так и так, сейчас там, значит, попрут культисты, понятное дело, потому что куча, ну, в первой волне пустят людей. Мы должны, значит, героически с ними сражаться, вот, защитники, защищайте, найдите себе силы уничтожить эти ужасных тварей. Все, значит, садятся по химерам, она в башню, и они, брум, едут колоннами туда, к набережной. Там же начинается у них как Михалков на Берлин, знаешь. Да, там начинается в итоге, да, схватка, потому что уже культисты начинают форсировать эту высохшую реку, идут в первых рядах, поют свои там гимны, все остальное. Ну, а серые рыцари на Штормрейвене отправляются в собор. Собор, ну, там, как он там называется, собор мучеников, по-моему, мартир. Типа кафедрал. И, значит, они в этот собор отправляются, потому что понимают, что там как раз самое, как бы, главное. Ну и да, вокруг собора щупальцы, демонетки, все там, значит, демоническое, все что угодно, значит, видно, что прям губительные силы там правят бал. Вот, везде скачут эти стиды, все такое. Они высаживаются как бы в 50 метрах от главных ворот. Угу. Вот, и, значит, демоны, конечно, рыцари, и на них бросаются, понятное дело. Надел шляпу, взял чемоданчик и на шести лапах побежал. Но серые рыцари начинают, поэтому, пробиваться через эту толпу. Им нужно добраться в собор и посмотреть, что же там за дерьмо-то и происходит. Ну и, в общем, Костелян ведет их в бой. Гаолан Кроу, как обычно, справа от него разит всех своим мечом. А клинок, черный клинок Антвира, он все бубнит и бубнит. Что же ты? Ну давай, возьми рукоять, бей врагов, бей, говорит. Ну как же так, ты отказываешься от такого оружия. И он все бубнит и бубнит. А Кроу такой, да пофигу, меч-то мой хороший. И как бы в битве Гаволан ему, к нему оборачивается, говорит, зовет тебя клинок-то. Тот говорит, да так точно, зовет еще как. Ебал же. Он говорит, ну ничего, ты сильный, как бы, видно, что ты сопротивляешься, да. Это, говорит, еще один, типа, еще одно очко в твою пользу, да. Что понятное дело, что клинок теперь будет всю свою силу направлять на тебя, потому что он-то знает, что ты будешь следующим его хранителем, он будет пытаться твою уверенность пошатнуть. Вот. Ну, а люди, ну, они как бы свою миссию выполняют, а нам во дворец пробиться надо, и они, значит, проламываются через вот эти вот порядки демонов. Конечно, там серый рыцарь проявляет чудеса героизма, кастует там свои огненные штормы, сжигают там кучки демонов до пепла, в общем-то. И в какой-то момент, значит, они исчезли. Демоны исчезают. Все такие, о, победа! Только как удобно. Да. Нет, говорит Костелян. Это, говорит, не победа, ребята. Это их призвали. А куда их призвали? В центр собора, потому что там явно что-то происходит. Там в центре расхаживает жуткое существо. Из нашего кардинала Раноха воплотился Грейтер. Сам кардинал у него как бы на уровне живота еще как-то остался впаянный в него. Ну, именно его плоть. А кожа кардинала – это его как бы одежда. Ну, четырехрукий, Грейтер, Сланиша, только у него мужик внутри сидит, вот, и лупает своими глазами, там что-то стонет, понятное дело. Разум его поглотил уже демон, но боль он испытывает, трепещет там, в общем-то, и понятно, что вот эта маска, она явилась ключом к этому воплощению. Вот. А маска-то на кардинале все еще? На демоне, скорее всего, он такой жуткий тоже вырос, в общем-то. И демон, как бы, да, он наслаждается его мучениями внутри себя, потому что он никуда его не дел, да, но сейчас он ждет, когда же он
одержит новую победу. Он призывает к себе всех этих демонов, да, чтобы они усилили его, рычит, значит, и начинает ритуал проводить, там какие-то руны своими четырьмя руками рисовать, значит, в воздухе. Демоны вокруг него начинают водить хороводы разные, там, значит, плясать, танцевать, вот, и в общем, там, потирает ручонки, что вот сейчас-то все и случится, они-то хотят в собор войти, вот, но они не представляют планы, да, что один город, это же так, фигня, вся планета должна, в общем-то, быть повержена, и он смеется. А этот демон, спускаясь по лесенке, издавая музыкальные вот эти звуки, вот, церемония, ритуал завершен, и больше не надо ничего колдовать. Сейчас, говорит, все само случится, стены собора начинают трястись. Вендрон, генерал наша, она немножко офигела. Потому что только что вот культисты набегали при поддержке демонов, а потом демонов не стало. И культисты такие... Да, и культисты такие, что такое? Их, понятное дело, СПшники фигачат. Вот. И она, как бы, конечно, за ними. Давят траками этих культистов, фигачат, значит, в сторону собора. Чтобы, значит, закрепить этот успех, оцепить эту территорию, да, потому что, ну, все, куда демонов нету, надо теперь под контроль брать этот берег. Она передает, как бы, артиллеристам, что будьте тоже наготове, мало ли чего, мы сейчас тут, значит, по таким-то координатам разместимся. В общем, культисты оказались без поддержки демонов, отступают. Наша бравая генеральша, значит, командует, что убьем всех еретиков, вот так, но уже приказывать не надо, потому что солдаты и так, значит, да, расстреливают толпу бегущую, потому что они отвернулись от света императора. Все, там нормальных людей не осталось, да, они хотели расшатать планету, но ничего не получилось, пришли космодесантники, помогли, и вообще, в общем, победа-победа. Ну и они, значит, прорываются к дворцу, там все, офицеры там устанавливают блокпосты, значит, в окружении, ни близко к дворцу не подходят, то есть они контролируют близлежащие эти улицы, что и договариваются, что сейчас, значит, мы тут устанавливаем зону безопасности, подтягиваем сюда артиллерию, то есть серые рыцари там, ну, в смысле, космодесантники, они пусть там свое делают. Мы сейчас, СПшники, действуют очень грамотно, мы же подтягиваем сюда артиллерию с того берега и по дворцу начинаем херачить уже как бы отсюда, то есть они оттуда не дотягивались, а можно, значит, разместиться уже в зонах безопасности и весь этот храм разбомбить к чертям, как бы, и все, сравняем это место с землей, вот, провозгласим, в общем-то, свою верность императору, укрепим ее и никаких еретиков больше здесь не допустим, да, будет наказание. Да, вообще, нужно еще просто акцентироваться на том, что все-таки это кардинальский мир, как бы, и ребята расстроены происходящим. Да, расстроены, да. И она так и воспринимает это, что если необходимо, весь город можно разрушить, да. Но, как бы, приказы, есть приказы, типа, уничтожить ересь. Все, буквально. Угу. Как бы, ради безопасности города сравняем. Собор, знаешь, собор можно опять построить, если надо. Угу. Еще и лучше прежнего, в общем-то. Да, она говорит, что все, значит... Тут ей докладывают, что вообще-то там по Воксу нам приходят сообщения, что люди говорят, что мы за императора, не надо, не убивайте. Она говорит, да все уже, поздно. Ёбка. Да, поздно, говорят, было. Потому что если бы они были за императора, они бы уже умерли, сражаясь с демонами. Вот. А так, в общем-то, продолжаем. Да, и они, что предатели императора встретят свой суд. Да, приговор теперь выносят им СПО. В данном случае под командованием как раз вот нашей генеральши, которая дочка губернатора. Серые рыцари продолжают пробиваться к этому дворцу, демоны там. Все-таки, опять же, ритуал завершился, начали курсировать. Освободились. Вот, да, призыв как бы закончился. Собственно, понятно, что прямо уже вот-вот сейчас они уже у дверей дворца, и демоническая плоть, которой, значит, они уничтожают этих тварей, она разлетается во все стороны, вот там и там сям возникают варп-фихри маленькие. Ну и Костелян, он понимает, что явно ритуал завершился, потому что он ощущает скопление сил, вот, что источник внутри собора, и это безумие, как бы, оно как бы только-только разгорается. И он торопится, что давай, да, давайте, быстрее, быстрее, сейчас, типа, вот мы ворвемся. Там они жгут огнеметами этих тварей. Но Гавалан, как бы, он уже в двух шагах от двери, главных дверей, понимает, что поздно. Ритуал закончился, потому что видит, как дверь меняется,
и превращается в гигантский рот. Гигантский рот с зубами, который... Кроу такой, да, блядь. Да, Кроу такой, ну, камон, да, начинает этот рот чавкать, значит, собственно говоря. Люди, которые, ну, типа прислужники демонов, которые были в соборе, он начинает их тоже пережевывать, значит, которые такие стояли у ворот закрытых, типа, ну, держали оборону. Тут дверь превратилась в рот, и их переживала. И серые рыцари, конечно, опоздали, потому что каменная кладка начинает все идти волнами. Ну вот, фасад начинает покрываться плотью разноцветной. И Гавалан такой, отступаем, поздно! И, значит, разворачивается их братья, они сбегают с этой лестницы большой, по которой они поднимались. И Кроу видит, что как бы яркая, ну, яркие всполохи вот этого вот варпа из этого собора бьют лучи во все стороны, трещат стены, и по периметру трещина идет. Собор как бы начинает, ну, как бы отделяться от земли, расщелина начинает увеличиваться, башни качаются, вот, и центральная как бы масса, она приподнимается над землей, вырастает гигантские щупальца, и собор, приподнявшись на них, отправляется по своим делам. Вот. Трансформировался в мобильный дворец Карапта такой. В общем, все нормально. Наколдовал. То есть теперь он может ходить по всей планете. Ходячий замок. Да, ходячий замок. И раздавать, в общем-то, всем демоническое проклятие. Доколдовались. Вот это вот еще три главы у нас веселых, когда, ну, теперь собор, видимо, пойдет на тот берег разбираться. Что там, где там дворец губернатора? У тебя нет ног, а у меня есть. В общем, тебе устроили там веселую заварушку. Не успели. Не успели. Ритуал завершился, и все. Теперь у них есть ходячий оскверненный храм. Ну, это, знаешь, такая какая-то вот крапченная аллюзия на Титана такого, знаешь. Ну, да, наверное. Просто Титаны же вот эти имперские, они как соборы ходят, такие с домиками там. Ну, да. Ну. А тут он на щупальцах будет там ползать. Ну, забавно тоже. Ну, вот. У серых рыцарей тоже не всегда все получается. Ну, здесь они, конечно, у Аннандейла такие как бы... Ну, как супергерои. Ну, да. То есть их не убить демоном просто вот так. Да, наверное, как бы с Грейтером не получится так легко сладить, но они еще и не сражались. Они сражались как бы с обычными демонами. А поскольку это серые рыцари, то обычных демонов они вот так вот типа потрошунькают. Ну, посмотрим, что дальше будет. Пока вот, сами видите, это уже вторая часть книги пошла. Она все из трех частей. Становится чудесатее. Да, как бы уже начинается, вот этот градус безумия начинает нарастать. Мне больше, конечно, интересно все-таки, насколько они эмоционально вырастут в конце, серые рыцари. С любить все понятно, это как бы классическая история, как бы все. Демонов видели, серых рыцарей видели. Ребята, у вас, в общем-то, выбора особо нету. А тут больше все-таки история. Ну, понятно, что это история становления Костеляна Кроу, который в итоге все-таки меч возьмет. Пока его личность, ну, мало раскрывается. Ну, то просто он такой, солдат. Да, он такой, я вот, да, готов, типа, служу, как говорится, серым рыцарем, там, я за вас, Костелян. Хорошо, молодец. Ну, опять же, вот про серых рыцарей сложно писать, типа, про, как, про каких-то мегаэмоциональных чуваков. Наверное, только у Дэмски... Если это не Бенкаунтер, конечно. Если это не Дэмски Боуден. Угу. Все-таки у Дэмски Боудена в «Даре императора» они как бы там более-менее у них... ну, он сосредоточен очень на взаимоотношениях внутри их, типа, отделения. Угу. И у них там как бы вот раскрываются. Здесь пока там он описывает каких-то чуваков, я просто пропускаю, потому что у них там типа разговоры, ну как там, типа, победим? Конечно, победим, там, типа, не переживайте. Да, демоны, как бы, загоняют нас в ловушку, но если мы знаем, что это ловушка, она немножко, как говорится, перестает, да, быть ловушкой. Поэтому, ну, у них вот такого плана разговора, то есть нет там именно взаимоотношений. Есть вот только более-менее какой-то попытки создать химию между Костеляном Гавланом и его преемником. Ну, они тоже банально вот что, типа, разговаривал с тобой, меч. Да. Что сказал? Как бы, да, не слушай, говорит его. Ну, примерно так. То есть здесь нету пока еще вот, раскрытия персонажа. Ну, это больше даже, наверное, история, как он стал именно Костеляном Кроу. И потом, наверное, как это его изменило. Вот он был, типа, Purifier. Я думаю, изначально-то задачи нет, как бы, показать стонкую душевную организацию. Я думаю, что нет, потому что мы все знаем, что вот с ним, в общем-то, в итоге стало. И он стал этим демоническим мечом, как бы, бегать там. Вот, миничка есть, он его держит в руках, им сражается. Ну вот, как это произойдет, мы узнаем, видимо, и в этой книжке. И уже, как бы, его броманс с мечом в следующей раскроется, потому что там даже он на обложке стоит. Ну,
До следующей части. Вам спасибо за просмотр. И движемся к финалу. Пока-пока. Да. Пока-пока. Самое крутое впереди. До него осталось полпути. Подписывайтесь на наш сайт, где вы сможете найти несколько сотен видео на любой вкус. От былинных сказов до репортов по различным варгеймам. А еще не забудьте подписаться на наш второй канал, на котором выходят обзоры новых фильмов, летсплеи настольных игр и игростримы. Ссылки в описании, подпишись сам и приводи друзей.